Здравствуйте всем, дорогие друзья! Я вас всех приветствую в очередной серии по игрушке Valiant Hearts. И мы продолжаем игру. Сейчас мы Карлом пытаемся сбежать вообще полностью с войны, с военных действий и вернуться домой. Конечно, дезертирство это очень страшная вещь, и оно каралось всегда смертью. И никаких помилований как бы не было вообще. От слова совсем. Так, угу. Будем сейчас думать, нам надо забрать щипцы, вот те, и лагерь военнопленных, мы в лагере военнопленных. Разрезать колючую проволоку и, естественно, сбежать. Сейчас мы будем думать, как это совершить. Ему нужна трубка или что, я что-то не пойму. Вон мясо, смотрите, сверху лежит. Которое нам нужно собаке отдать. Сюда мы можем залезть. Тут у нас ни черта нет. Есть какая-то дверь. Не пойму, что ему нужно. Аптечка ему нужна, да? Или наоборот, ему просто надо спустить. Нет, ему нужна, значит, все-таки аптечка, правильно. Возвращаемся, здесь стоит шкаф, и там кусок мяса, который мы пока взять не можем с вами. И мужику еще нужна трубка. Значит, сейчас будем что-то придумывать. Это у нас здесь еда. Здесь мы взаимодействовать ни с чем не можем, правильно? Мешки какие-то. Ого, длинная какая локация, первый раз такая длинная. Ну там уже на кого-то орут. Ух ты, вот это правда длинная. Нашли сами записки какие-то. Достижения сделали. Так. Непонятно. Этому мужику нужна вода. Сколько тут задач всяких. Ого. Ага, понятно. Камень, мы все грязные, как эти. Ага, вот вода. Вода. Щелк. С бочки вода должна течь вниз, правильно? Все неправильно, совершенно. Так, так, так. Как-то нам нужно перенаправить в бочку все это дело. О! Вот зря я его это. Наверное, сейчас упадет, если вот эту покрутим ерунду. Угу. Медальон. Так, нет. Вот так. Я думаю, тоже неправильно. Да и так тоже не совсем правильно. Видите, замкнутый круг у нас получился. А ну-ка, что вот это нам предоставляет? Только вращаются две. Опять у нас получается замкнутый круг. А тут сразу три вращает. Сейчас что-нибудь надумаем. Как-то нам надо соединить, да, получается. А как мы соединим? Вода идет вот так. И сейчас вода пойдет вот так. И получается опять у нас замкнутый круг. F1, подсказка. А ну-ка, давайте, что тут у нас? Типа на улицу нам нужно. Ну, на улицу это проще пареной репы. Я вот только не понимаю, в чем прикол. Ну, на улицу мы сделали, ок. Нет, да, не сделали. Стоять, стоять бояться. С бочки все должно быть синее, да? А у нас
Нет, смотрите, у нас бочка не синяя почему-то. Ну, видите, к ней подводка, она почему-то не синяя. Ну ладно. Об этом мы подумаем чуть-чуть позже. А ну-ка, есть вода у него? Нету воды. Туалеты. В туалетах ничего нет. Есть лестница. О! Походу вот так. Интересно. Очень интересно. Правда. Так, залазим наверх. Значит, надо разобраться с водой. И мы с ней... Вот, вот, вот теперь это более-менее уже похоже на что-то... На то, что нам нужно. Стоять. Нет, сейчас мы сделали полностью неправильно. Хотя... Вот так. Нет. И вот так нет. Блинский. Нет, неправильно. Бум-б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 ум. Так, вот эти два поворачиваются. Черт, а если мы делаем вверх, то мы не можем соединить вот эту. Значит, наверное, все-таки мы правильно соединили. Должно быть вот так. Хорошо, если мы так. Если так правильно, тогда. Тогда ерунда получается. Тогда вот здесь у нас ничего не срастается. Видите, какая тема. Ай-яй-яй, what the fuck? Что тут у нас? Подсказка 2. А, ну это я уже все понял. Надо вот так, вот так вот. Это у нас поперек стоит. И вода пошла, пошла. Хоп, хоп. И вниз пошла. Вот как надо выставить, да? Хорошо, а как нам так сделать? Я пока что не понимаю. Стоит эта штука поперек, да? Стоит она поперек. Это почему-то так не стоит. А ну-ка. Вот, вот так вот. Только две мы повернули, получается. И надо, чтобы это глядело вниз. Двумя концами. А у нас так не получается. Хорошо. Тоже не так, да? Тоже бредятина получается. Чуть-чуть у нас что-то не хватает, не срастается. Почти, смотрите, почти не получается только с серединой. С вот этой. Так. Нет, нет, мы делаем неправильно. Нам нужно вот так. И вот так, да? А ну-ка. Нет, да? Опять у нас, короче, не получается так, как нам нужно. Да блин, зря дернул. Вот, вот так вот. И теперь вот так. Е-е-е, получилось. Долго разбирался, но наконец-таки разобрался. Все, друг, вода у тебя есть. Хорошо ему. Забираем эту ерунду и бежим. Блин, а где тот был мужик, вы не помните? Он же ж не наверху тут был, правильно? Чё-то я туплю. Нет, тут чисто вода, да, все правильно.
Он был, значит, в другом месте. Наверное, там, где еда или где-то там. Сейчас глянем, сейчас разберемся. Здесь у нас кровати какие-то. Кто тут где-то спит? Нашел письмо. Так, типа, вали отсюда, друг. Вали. А здесь я... Не, мы его бить не можем. А у них как раз трубка, видите, они рубятся в карты, у них есть трубка, короче, то, что нам нужно. Ну ладно, пока мы не будем туда, не пойдем туда. Здесь тоже тупик. Значит, короче, все. Отдаем вот этот пояс тому мужику. Сюда мы зайти не можем. Тут тоже у нас надо в другое место. Там, где хавка. Там, где хавчик. Вот хавчик. Сейчас мы быстренько сделаем. Так. Есть. Держим. Что интересного нам даст? Так, он нам отдал аптечку. Аптечка это тоже своего рода нужная вещь на войне. Ух. Этому мужику мы не можем отдать? Нет. А кому же была нужна аптечка? Собаке нужна еда. Этот мужик ему вообще по барабану. Что тут происходит? А ну-ка, если мы вот этому дадим мужику аптечку. Нифига подобного, не хочет он. Ему и так хорошо. Стоится, грубо говоря, в карауле. Значит, надо искать других ребят, которым она нужна. Здесь у нас ничего нет. А, кстати. Нет, не сюда, наверное, дальше. Мужик вот этот, помните, который чистил там... А, нет, табак. А, ну ему трубка, по-моему, уж нужна тому мужику. Если я не ошибаюсь. Вот, где вот мешок, да? А, вот, я сюда еще не заходил, смотрите. Пропустил я это место, держи. Так. И... Сейчас он нам что-то даст, да? Во, платок есть. А кому нужен был платок? Странно. Я не понял, зачем ему платок? Что он сделал? Что он закрыл? Еще нашел какую-то ерунду я. И все. Ну теперь вообще интересно. Нам нужно... А, подождите, платок. Это значит, я типа старший офицер, походу. Походу. А ну-ка давайте попробуем теперь пройти сюда, в расположение. Правильно я? Я типа дежурный. Да! Здорово, ребятки. Все, да. Я типа дежурный. Я забыл, что в армии снаряды и все остальное означают... Ну, можно определить определенными знаками. То есть, вот, к примеру, здесь это платок. У нас была либо повязка на плечо, либо... Как мы тут были? Либо значок дежурного по роте. Повязка на плечо, это когда патруль. Здесь у нас вода. Ух, а где же этот табак? Расположение. Нифига нет. Бегал, бегал, ребята, и все тупил. Забыл, что этот чувак там, где еда. Ему вот нужна трубка. Этому мужику. Отлично. Теперь мы заберем мясо. Неужели не заберем? Еще забрали. Ух ты, все нашли. Давайте почитаем.
Коробка для печенья. Заключенные лагеря для военнопленных страдали от голода, часто воровали еду. В таких самодельных металлических коробках хранили хлеб и печенье. Отправляясь на работу, владелец брал коробку с собой, чтобы быть уверенным, что его сухой паёк никто не стащит. Ух ты, интересно, я этого не знал. Записная книжка. Почти у каждого солдата на войне была записная книжка, в которой он записывал события и переживания своей жизни. Благодаря таким книжкам историкам стало много известно об ужасах войны. Жетон германского солдата. Ну, это понятно. Носовой платок. Военнопленные носовые платки и полотенца не полагались, и подобные приметы высоко ценились среди заключенных. Работодатели обеспечивали своим любимчикам лучшие условия, более мягкий режим содержания под стражей. Ага, ну понятно, как всегда. Письмо венгерского военнопленного. Уважаемый господин Диншталь, уже 3 месяца нахожусь в лагере для военнопленных в Реймсе. Относятся к нам неплохо, но я все равно считаю дни до освобождения. С вашего позволения, после войны я хотел бы вернуться на должность бригадира. Я не утратил прежних навыков, и хотя силы у меня сейчас не те, уверен, что вскоре смогу полностью восстановиться. С нетерпением жду вашего ответа. Максимилиан, бригадир Электрик. Интересно. Нам надо как-то достать хавку. Стоять бояться. О, наперекуре тот чувак. Вообще по кайфу. Смотрю, он так затягивается в удовольствие. Хватаем этот шкаф. И все. И мы перелезть не можем, и туда пройти не можем, да? Понятно все. Все понятно, что непонятно. Нам нужно как-то забрать мясо. А как забрать, я не понимаю, потому что... А, возможно, вот так, смотрите. Опять я туплю. Проще пареной репы. Все понятно. Сбить полочки фруктами. Они ж подсвечены. Логика, ё-моё. Все, уходим отсюда. Собачка, держи мяско. Так, мы уже практически на финишной прямой. А, чё практически? Мы уже на финишной прямой. Он с нами типа хочет бежать, я не пойму. Так, я понимаю, надо не попасться в прожектора. Это просто. Не попадемся, не переживай. Так, побег не удался. Наш американец жив! Ядрен батон! Он жив! Он выжил. Вот это мужик! Нормально! Так, просит помочь. Электричество. Надо батарейку туда или какой-то переходник, наверное, не знаю.
И Батяня тоже жив. Ау, супер-супер. Батяня должен... Ну? А, у него есть эта батарейка, сейчас он вставит. Или, я не знаю, не, не конденсатор. Даже не знаю, как это правильно назвать. Давай, вставляй, красавчик. Великолепно. Мы сможем сесть в этот бронетанк? Наверное, нет. Что-то здесь спрятано. Фляжка какая-то. Пока что оставим это так. Тут у нас пожар вовсю идет. Еще бы такой взрыв. Столько взорвалось всего. И мы взяли еще вот эту ерунду. Да что нам надо? Так, нет, неправильно я мыслю. Но по-любому где-то этот динамит нам нужно будет использовать. Так, а зачем она двигается? Ну, наверное, ну да, наверное, собака сможет ее подвинуть, а мне надо стоять там и зашвырнуть динамит в эту. Через огонь надо успеть швырнуть. Я понял. Эврикана! Сработало? Крики такие, просто все орут. Это что у нас, пружина, что ли? Одной рукой нормально прикрутил. Залазим, блин. О, дадут даже поуправлять этим чудо-монстром. Крутяк. Реально крутяк. Вылезти не можем? Или можем? Нет, не можем. Едем только вперед. Вань, 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 вань. Вот этот танчик вообще. Мега-танк. А, смотрите. Смотрите. Стрелка показывает туда. И дед что-то вот... О. Что там происходит? Непонятно, что он показывает. Надо квадрат. Квадрат и треугольник, да? Окей, давайте. Вот так, походу, надо, да? Нет, неправильно мы сделали. Надо, чтобы квадрат смотрел вот так. А треугольник. Треугольник. Смотрел вот так. А это ерунда. Нет, тоже неправильно. Интересное кино. Должно быть 4 угла, правильно получается? Значит, еще вращаем треугольник. Еще, еще. Все, треугольник больше не повернуть. А ну-ка. Типа станок какой-то. У меня получилось, хотите сказать? Не, говорит, нифига, друг, ты мне какую-то парашу принес. Но неправильно, квадрат же ж не так стоит. Квадрат стоит... Квадрат стоит вот так. Потом. Вот так треугольник.
О, вот сейчас, походу, правильно. Пробуем. Деталь выпрессовывать. Да, это, конечно, интересно. Сейчас должно сработать. Дед, на, держи. О, теперь квадрат нужно ему сделать чистый. Но это, я думаю, просто. Вот так вот. Нет, не крутим. Нет, значит, все правильно сделано. То я просто вижу, что там кончик чуть-чуть вылазит. Но я думаю, прям да идеально ему не нужно. Так, держим. Нет? А, ему надо ромб. Да ёперный валет, сразу бы так бы сказал. Говнюк этакий. Нет, не подходит. Нет. Надо в другую сторону. А в другую не поворачивается, да? Ну, значит, вот так поворачивается. И сюда тоже не поворачивается. Подходит? Подходит. Ромб, ромб. Давай. Выпрессовка пошла, родная. Это нам не задавали. Еще б я танки еще не строил никогда. И, наверное, нет, все, две детали. Этого было достаточно. Я думал, как минимум еще хотя бы одну. Типа показывают, надо вот. Типа спусти. А, вон лестница еще есть в ту комнату. Проглядел. Сейчас мы ему спустим эту деталь. Так, а ну-ка. Собака, давай сюда. Блин. Я, наверное, опять неправильно, да, делаю? Ну-ну-ну, стоять! О! Зачет! Получилось. Это пушку типа поставили. Сейчас будем палить во все стороны. Мань-мань-мань-мань! А ну-ка. Ух! Это мощно! Хо-хо-хо! Вот это мощь! А, ублюдки, нафиг! Кирдык вам всем! В дирижабли надо стрелять. Вот это бомба вообще! Реально бомба! На, нафиг! Знай наших! За Русь, матушку! Отлично. Этому танку плевать вообще все, что происходит. Просто до лампочки. Сейчас, держись, брат. На тебе. Летаете вы тут на корзинах на своих. То я думаю, мы и так завалим, да? О, не, глядите, нас подорвали. Сначала начинаем. Без проблем. Говнюки, а? Вон мины, мины, мины. Надо везде смотреть. А я что-то увлекся, думаю, да, сейчас я быстро всех. Нифига. Надо смотреть в оба, как говорится. Нет, тут мы ничего не можем сделать. Е, завалили. Наших не возьмешь, наших не возьмешь. Даже танк можно развалить. Блин.
Ёшкин дрын! Чуть-чуть провафлил и все. А оказывается-то, ребята, я проскочил это место. На этой ерунде можно останавливаться, вы представляете? А я и не знал. Блин, сейчас убьют опять меня. Так, а что же делать? Не попадаем. О, попали. О, убегай, убегай. Подорвут же сейчас уроды меня. Это нехорошо. Ой, как нехорошо. Но я думаю, мы выберемся. Такой танк и не выбраться, это просто было бы обидно. Давай, давай, взрывай. И еще одну надо взорвать. Едем дальше. Нас никто просто не способен сейчас остановить. Самое прикольное, что не заканчиваются патроны. Даже здание, гляньте, как рушится. Вообще красиво. Не ожидал, что так можно будет. Гляньте, деревья. Я правда не ожидал, что можно будет так все разрушать. Красиво сделали. Очень красиво. Мне прям нравится. А сейчас прям наслаждаюсь разрушением. Солдаты встретили везунчика Фредди как героя. Эмиль написал Анне, что ее отец освобожден и уже вне опасности. Но Эмиль и Фредди воссоединились ненадолго. March 14, 1916. Фредди отправили на Сому, а полк Эмиля разместили в окрестностях стоящей на холме деревни. Деревня называлась Вакуа. Здесь боевые действия ушли под землю. Надежно засев в траншеях, противники начали рыть туннели. Началась подземная война. Ну все на этом, дорогие друзья, мы с вами закончим серию, потому что так играем долго. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, комментируйте и ставьте большие пальчики вверх. Всем покеда!